В первую очередь я хочу отметить тех людей вообще, которые занимаются этим. Было очень приятно, что мы смогли посетить это место, потому что, ну, изначально казалось, конечно, что это сложно, но по итогу детишки нам дали очень много эмоций и показали, что надо, несмотря ни на что, радоваться жизни и ловить каждый момент. Хочу поблагодарить организаторов, что пригласили нас на это мероприятие. Мы рады здесь находиться. На самом деле, как сказала Ирина, это ожидание было немножко другим, но сами дети помогли нам адаптироваться в этой обстановке и извлечь для себя что-то новое. И с удовольствием придем еще. И спасибо большое тем людям, кто этим правда занимается. Это очень благое дело. Спасибо.